Дамы и господа, приветствую, меня зовут Денис Зайченко, и сейчас я расскажу о двух смартфонах, которые были на днях представлены в Украине. Это, разумеется, Redmi Note 7 и Mi Play. О первом вы слышали наверняка больше, чем нужно. Все-таки на сайте RootNation есть текстовый обзор, на канале RootNation есть видеообзор, ссылка на все будет в описании под видео. Но если совсем-совсем вкратце, то Redmi Note 7 это бюджетный смартфон на Qualcomm Snapdragon 660 с объемами памяти до 4 гигабайт оперативной и до 128 гигабайт постоянной, а также основной камерой, которая состоит из 48-мегапиксельного и 5-мегапиксельного модулей, плюс 4000 мАч в аккумуляторе, MIUI 10 на Android 9, Bluetooth 5 версии, Wi-Fi AC и USB Type-C, разумеется. В Украине Redmi Note 7 будет доступен в трех цветах, правда последний, красный, будет доступен чуть-чуть позже. Смартфон будет доступен в трех версиях оперативной и постоянной памяти, вплоть до 428 гигабайт. Цены и условия розыгрыша одного из этих смартфонов от магазина Aulo будут в конце видео. Теперь о Mi Play. Это лютый эксклюзив. Настолько лютый, что он официально продается только в Китае и в Украине. В принципе, это довольно упрощенная версия Redmi Note 7, но со своими особенностями. Смартфон оснащен экраном диагональю 5,84 дюйма и разрешением 1080x2280 пикселей, то бишь Full HD+. У экрана имеется все тот же каплевидный вырез, как и у Redmi Note 7, и все такая же защита Corning Gorilla Glass 5. Главные упрощения касаются системы на чипе. Вместо Qualcomm это MediaTek P35. 12-нанометровый, 8-ядерный, с поддержкой GPU Turbo. Он зарабатывает в AnTuTu больше, чем Qualcomm Snapdragon 625. Плюс 4 гигабайта оперативной памяти и 64 постоянной. Основная камера также двухмодульная, впрочем, разрешение поменьше, всего 12 плюс 2 мегапикселя. Зато есть улучшалки силами искусственного интеллекта. Фронтальная камера 8 мегапикселей с распознаванием лица. Ну а емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Доступен смартфон будет в двух версиях, одна из которых градиентная. Цена за версию 464 составит 4699 гривен или $174 США. Касательно же Redmi Note 7, то версия 3.64 будет доступна за 5499 гривен или $204 США. За версию 4.64 нужно будет отдать 5999 гривен или $222. А за самую мощную из версии 4.128 все 6999 гривен или $259 США. Впрочем, если вам интересна версия 4.64, то всего один раз, один день, 26.03.2019 года на сайте магазина Aulo ровно в 15.00 можно будет приобрести эту версию Redmi Note 7 за 5555 гривен или $206 США. Касательно розыгрыша Redmi Note 7, его проводит все тот же магазин Aulo. Для участия достаточно быть подписанным на официальный YouTube канал Aulo и заполнить форму по ссылке в описании под видео. И на этом, пожалуй, все. В комментариях не забудьте написать о том, какая модель смартфона вам нравится больше, Mi Play или Redmi Note 7. Не забывайте также ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, разумеется, если вам понравилось видео. Если не понравилось, сожалею и надеюсь, что следующее видео вам понравится больше. Засим откланяюсь, с вами был Денис Зайченко. Удачи в розыгрыше и до связи, дамы и господа. До связи.